Голяков. Осужден Голяков Глеб Евгеньевич, статья 150, 2006 года рождения. Васильков. Осужденный Васильков Егор Андреевич, статья 185, 2008 года рождения. Вор? Нет, артист. У нас тут все артисты, присаживайтесь. Кольцов. Осужденный Кольцов Евгений Дмитриевич, статья 122, 2006 года рождения. Ё-моё! Новости здравоохранения. В связи с участившимися случаями кариеса, колита и диатеза у детей, государство решило провести эксперимент. Все детские лагеря отказываются от сладкого. В народе этот закон прозвали ТТНС, то есть теперь точно не слипнется. Реакция маленьких граждан была непредсказуемой. Привет, Вить. Тут новый этап пришел. Там оказался племянник прокурора. Прикрыть парнишу надо. Первую ночь не в ней протянет. Жалко. Возьми это под свой контроль. Его все равно пришьют. А ты сделай так, чтобы его не пришили. Айфон с интернетом подгонишь. Джакузи тебе не поставить? Ладно, хорошо. Черт с тобой. Не надо мне тут черта. Оборзели тут, это вам колония, а не пионерский лагерь. Дядя Витя тебя связной зовет. Что ты начальство зачастила? Вызывал начальник. Слышишь, кто в новом этапе приехал? Ну да. Парнишу прикроешь, и зеленый цвет загорится у Марокко. Куда? На свободу. Завтра во время обеда жди революции. Когда начнется бунт, выйдешь через служебный вход. А в чек выносить? Нет, можешь бедным раздать. Конечно, выносить. Кукушка будет? Сигнал какой? Пусть будет. Хана на Митте. Эх, крохотулек хочется. Чего тебе? Ты лучше не дерзи тут, а то первую ночь перешьет. Витя. Женя. Ты как сюда попал? Да, соседский мальчишка животных мучил. Решил преподать ему урок. Переломом ноги отделался. Ну а я... А ты? А я уже не знаю, что такое гулять на воле. Привык я к этой обстановке. У меня тут свои дела. Но кормят тут по часам. Все хорошо? Так точно, товарищ генерал. Что на ужин? Макароны, товарищ генерал, мои фирменные. А макароны и поаппетитнее сварить могли. Будь начеку, здесь таких, как ты, не любят. Запомни, за решеткой нет дружбы. Я эти макароны есть не буду, они приготовлены без любви. Как без любви? Что за шум? Сиди и ешь! Да как вы с нами разговариваете? Вы вообще-то дети! Махач макаронами! Ты что, бесплатные?
пушка. Сережа? Женя? Ты как тут оказался? Это долгая история. Пойдем, тебе нельзя тут находиться. Пойдем, погоди, его нужно с собой забрать. На, перевяжи. И переоденьтесь. Это вещи моих детей. Милочка, ну без них никак. У меня целых 30 дедушек-сиротинушек. Кто их-то на ночь целовать-то будет? Да ставь ты эту бутылку. Это я не вам. Не вам. Да, да, два вожатых. Да. Два а сейчас вожатых. Экстренные новости. Сегодня утром из детской колонии сбежали двое заключенных. Виктор Цумароков и Евгений Кольцов. Будьте бдительны при общении с незнакомцами. Если вы видели этих преступников, звоните по горячей линии. Беспредел. Я не один. Ну давай, все равно потом переоденемся. Два вожатых, правильно. Да хоть стажеров, кого угодно. Пожалуйста, ну пришлите. Я вас умоляю. Не высовывайтесь, я сейчас вернусь. Зинаида Андреевна, вон гляньте, там кто-то приехал. Сереженька, бог мой, как же быстро растут чужие дети. Тетя, ну что, я просто заехала водички попить. А ты лучше на берег сходи, дети скоро приедут. Сейчас. Да, да, пожалуйста, да хоть хромых, хоть худых, хоть каких-нибудь. Но главное, чтобы детей любили. Пожалуйста, помогите нам. Эй, ты куда? Отлить. Ты что, спятил? Засекут же. Сказал надо, отвяжись. Да, да, я поняла. Ну надо же, быстрее, чем скорая. Спасибо. И не худые. И не хромые. Ага, это новая коллекция Армани. У нас в Харькове все на ней повернуты. Limited Edition. Эдишн? Ну ладно, пошли, мои дорогие, я вам все расскажу. Слышь, какие пионеры, начальник. Отсидись тут, пока все не утихнет. Слышь, а кого ты это к нам привел? Кого-кого? Беглых зэков. Или только на корпоративах? Ну, вы аниматоры? Ага, да, конечно, в лагере под Харьковом. У нас же педагогическое образование. Это очень хорошо. Кстати, забыла представиться. Зинаида Андреевна. Евгений Убегаев. А это... Витя. Виктор Ромашкин. Ну, вот и чудно. У нас павильон для дискотек, это у нас столовая, это у нас беседки, а это озеро. Каждому ребенку у нас индивидуальный подход, они у нас самые лучшие. Где буй? Какой буй? Надпись есть, а буя нет! И совести у Ивановича тоже нет. Ладно, а теперь самое главное. Сладкое у детей мы забираем. Вышел новый закон, теперь точно не слипнется. За этим надо очень сильно проследить. Что ж, идите переодевайтесь. Скоро монстрики приедут. Ой, точно, забыла. Ужин для персонала в 8.
Как я рада, что вы приехали. Монстрики, а я думал дети. Это как повезет. Ну ладно, пойдем. Угу. Да уж, точно Limited Edition. Дети, это что же это такое? Разве же это дети? Это монстры! Я тебе говорил, как повезет! А это что, новые вожатые? По-моему, да. А что, распереживалась? А чего переживать? У нас опыт, педагогическое образование. И вообще, наш отряд уже третий год самый лучший. Кто шагает дружно в ряд? Это третий наш отряд! А в этом году я привезла новую методику. Дружные, смелые, под солнцем загорелые. А кто слушает, Саня, будет, там у темную устроим. Чу, ну что за словечки? Это у меня тоже новая методика. Птички-рыбки, относите чемоданы и быстрее на построение. Птички-рыбки, монстры. Кто шагает дружно в ряд? Это третий наш отряд. Он наехал. Как они это делают? Так, я тут точно не надолго. Дня стартует новая летняя смена лагеря «Юнга». И хочу сказать, что главный приз лучшего отряда – это съемка клипа с известной украинской актрисой Кристиной Полунаевой. Я с ней все серии «Край на опере» смотрела. Кристина специально приехала из Киева к нам, чтобы поддержать вас. Это будет лучшая смена. И клип огонь. Ну что, ребят, нравится вам тут? Такая крутая чика. Ага. А клип хотите снять? Да! Класс! Ну тогда давайте снимем. Она ничего так. Отдыхайте, играйте. Да, красивая. Знакомьтесь, любите, мечтайте, и все будет круто. Лагерная смена объявляется открытой. Нравится мне это место, дети эти. Для убежища самое то. Природа, свежий воздух, красивые вожатые и кормят хорошо. Виктор, а вы любите перловку? Нет, спасибо. Он последние 15 лет на перловочной диете сидел. И что, помогает? Как видите, результат налицо. Как хорошо, что вы приехали. А может, я вам картошечки фри сделаю? Тоненькой такой, солененькой, как в Макдональдсе. А может, крабовых чипсов немножечко? Чипсов нет, здесь дети. Может, крохотульки к чаю? Чего? А
сладенького чего-то там, карамелька, леденец, нет? Нет, сладкого нет, ТТНС. Полейте, да? Нет, закон такой новый, теперь точно не слипнется, сладкое запрещает. Слышь, Петь, мутненькие, конечно, у нас вожатые, особенно этот, с бинтами на голове. А может их пришить, как заснут? Хорош, мокрухой пахнет. Слышь, мелочь, чё звеним? А ну быстро по копилкам, пока на сдачу не отсыпал. Мы сладенького хотим. А я светленького с солененьким. Раз, два, спать. Пришить маловато будет. Вот, снесла эта курица яйцо из ружья. Из ружья? Из ружья. В смысле, из золота. А это Юля, что ли, наша? Наша? Нет, это у нее просто такая новая методика. А, методика. Хвостиком своим задела, яйцо упало и в сухую. Деточки, у меня вопрос. Хоть кто-то понимает, о чем идет речь в сказке? Баба с дедом тоже хотели яйцо кокнуть. Чего ж реветь, когда его мыша грохнула? Не то слово, новая методика. Обалдеть! Не да. Спится. Такие крутые дискотеки, особенно наш дед Джей, вообще шикарно. Да, ты видел, как он на последней дискотеке отжёг? Да, вообще танцор диско. Харбас. Да, вот вообще мне нравится наш, этот, как его? А мы резиночки попали. Подотепишь, еще час до подъема. А ну спать, пиногрызы. Кому не доходит голову, постучу в печень. Я не Минздрав предупреждать не буду. Замерли все. Долезла. Поаккуратней, педагог, это же дети. Я это, на пробежку. А ты общак проверь, чтоб дети не учуяли. Позже проверю. Сергеевича пришили. Как пришили? Пришили, значит, да? Угу. Прикорнул на часок, а пионеры пошутили. Это тебе не зэков в зоне контролировать. Тут индивидуальный подход нужен. Виктор Сергеевич, как освоились? Я слышала, вас дети сегодня пришили. Это ж дети, Татьяна Павловна. Я к вам за советом пришел.
Заработался я на корпоративах и забыл, какая сейчас тенденция по обучению детей. Для детей, Виктор Сергеевич, нужен каждому особый подход. Нужно попытаться стать для них другом. Помогите мне, пожалуйста. Нужно сделать их одной командой. Самое главное, подарить им немного чуда. Чудо. Виктор Сергеевич, пора вести детей на тихий час. Короче, чего я пришел? У нас дети в карты играют. На деньги. Понял. Прячьте карты. Так, Арсений, компания, почему не на репетиции? Мы вообще сюда отдыхать приехали. А остальные пусть пашут. Это вам клип нужен. Во что режемся, мужики? Бочко, Виктор Сергеевич. Правильно говорит, 21. Сыграем. Если выигрываю я, то вы живо дуете на репетицию. Если выигрываете вы, то... То вы нам намутите сладкое. Ну, хорошо. Неужели тебе в клипе с Пануноевой не хочется сняться? Может, я в кино хочу сняться, а не в клипе. Очко, Виктор Сергеевич. Погоди, погоди. Ты карту свою подними, которую сбросила. Ты на кого батон крошишь? Ты хоть знаешь, кто мой отец? Он большой авторитет в этой зоне. Выйдет, врага тебя обломает. Ты по-человечески сказать можешь? Не учи ученого, непуть! То ли я дурак, то ли лыжи не едут. Объясните мне, быку! Я хочу, чтоб ты снимал меня в кино! Поняли? Эй, чё вы ещё здесь? Шагом марш собираться на дискотеку. Виктор Сергеевич, я вас так послушала. Мне кажется, мы с вами по одной методике работаем. Вы тоже Макаренко предпочитаете? Иногда я по Макаренко, но больше как-то по Калашникову. Калашников. Лиз, а ты что приуныла? Влюбилась, что ли? А как понять, нравишься ты человеку или нет? Если ты нравишься человеку, то при виде тебя он постоянно улыбается и ведет себя немножко глупо. Поняла. А как сделать так, чтобы понравиться? Чтобы понравиться, нужно сделать что-то доброе и веселое. Держи. Спасибо.
ты что такой нарядный? Запал, что ли, на кого-то? А, Татьяна Павловна. Ты это, посоветуй мне, пожалуйста, как мне лучше всего подойти? Пока ты там сидел, у нас революция произошла. Все вот эти вот ночные звезды, стихи отменили. Теперь самое главное – свободная, открытая любовь. Ну, это с девочками в соцсетях знакомиться. И что мне делать? Лайки в Инстаграме ставить? Лайки – это святое, но тут другое. Просто подходишь к ней и говоришь, что хочешь. Вот так вот просто подойти и сказать, что хочу? Да, 21 век на дворе. Свободная любовь. Слушай, а почему у нас цветы стоят? А, это Татьяна Павловна принесла. Понятное дело. Правда? Сказал. Когда я говорил сказать, что хочешь, я не это имел в виду. Здравствуйте, оператор службы 102. Что случилось? Это из лагеря Лесные озера звонил меня. У нас тут преступник бегает. Вожатый. Твой вожатый? Мой. Строгий? Строгий. Фамилия? Виктор Ромашкин. Мартик, ты что в лагере делаешь? Отдыхаю. Ну и отдыхай. Опять переоделся. Юра, ты Татьяну Павловну не видел? Царь Сергеевич, я знаю, кто вы, сбежавший преступник. Стопэ, откуда ты это взял? Это я вас вожатка нашел. Даже полиции звонил. Юра, ты что, хочешь раскрыть наш секретный ход? Какой секретный ход? Выступление на День Нептуна. Это костюмы. Концепция нашего номера, так сказать. И вообще, ваш завхоз больше на беглого зэка похож, чем я. А это новая форма японских самураев. Я тебе кое-что скажу. У японских самураев был секретный клич, когда соратника поджидала беда. Смотри внимательно. Хананамити! Запомнил? Повтори. Да. Хананамити! Молодец. Покажешь это движение завтра отряду на репетиции. А теперь дуй на дискотеку. Хорошо. А то всех девчонок разберут. Ясно. Яна, это же ваши цветы. Вы что, думаете, что со своими цветами можно так легко все исправить? Ну да. Все про вас знаю. Я знаю, кто вы такой. Я все объясню. Зачем? Вы все время мне врете. Почему? Ну почему? Я же могу все объяснить. Я знаю, что вы не педагог. Но кто вы по образованию? Вот кто? Столяр, маляр, физрук. Физрук — это вообще-то тоже педагогическое образование. Молчите, Виктор Сергеевич. И никакой системы Калашникова нет. Заберите свои цветы. Они и так завяли. Это и называется свободная любовь. Пришли нам сказочку рассказать. Скажи мне, Лиза, вот как так бывает? Сначала цветы дарят, а потом убери, они завяли. Кто завяли? Цветы. А кто она?
Татьяна. Она цветы подарила. Это не она, это я. Ты? Зачем? Ну что за день сегодня такой? Виктор Сергеевич. Ох, Виктор Сергеевич, ну вы еще тот черт. Не для того я 15 лет дрововка, чтобы что стать. Что вы говорите? А, говорю, Вероника Андреевна, что сегодня хотел бы видеть родителей Маши и Лизы. Зинаида, и еще, они сегодня обязательно приедут. Ах, какая красота! Я все свое детство провел в лагерях. Веселые старты, королевская ночь, дискотеки, режим. А сейчас у меня свой лагерь, только без дискотек. Да, Николай Филиппович. Николай Филиппович приехал! Николай Филиппович, родненький мой, как я рада вас видеть! Девочки так соскучились, как дорога! Кстати, у нас там скоро концерт проходит. Здравствуйте, Зина. Я смотрю, вы работаете, да работаете. А ничего не меняется. Как не меняется? Wi-Fi провели. Нога в ногу со временем. Нам бы тоже Wi-Fi провести, никто бы не сбежал. Кстати, Николай Филиппович, там вожатый Маша и Лиза хочет с вами поговорить. Хорошо, хорошо, но только где у вас руки тут можно помыть? А, вон там. Иваныч, стул перетащи. Я сейчас. Что случилось, товарищ генерал? Черти мерещатся. Вот ты видишь, сколько детей, они ж в этом же озере-то и плавают. Ты видишь, сколько тут всего, они ж утонуть могут. Вот тебе буй, вот тебе ткань, делай. Мне буй приспичило, кто за работу тяжелая, сетро бы принес. Прохладненько. Добро пожаловать в мои морские владения! Кто готов покорить морские волны? Кто готов сразиться с морскими чудовищами? Ха-ха-ха, я испорчу вам праздник, я украду вашу русалочку. Виктор Сергеевич, поставьте меня на место. Татьяна Павловна, успокойтесь, войдите в свою роль. О нет, как же мы будем праздновать праздник Нептуна без моей любимой дочки русалочки? Тот, кто прогонит этого черта, получит мой сундук с сокровищами. Сюда. Вот отец Маши и Лизы. Николай Филиппович. Сумароков, ты что ли? Кольцов? Ах, вот где вы скрывались. Гладкий, задержать их. Так это что получается? Они беглые заключенные? Папа, не забирай у нас вожатых, мы их очень любим. Тихо! Сумароков и Кольцов преступники и должны сидеть в тюрьме. Но они же хорошие! Лиза, не плачь, все будет хорошо.
Да, мы беглые заключенные. И мы никак не ожидали, что попадем в детский лагерь. У нас было много возможностей сбежать. Но нам не давали вы, ведь мы вас полюбили всей душой. Однажды я оступился, Виктор Сергеевич трижды. И мы понесем наказание за все наши проступки, как настоящие мужчины. Теперь к приятным новостям. Вчера утром прошло заседание министров, где было принято отменить закон ТТНС. Всего за 24 часа все кондитерские фабрики повысили свою прибыль на 50%, а количество счастливых детей на 20%. На площади собрались новые протестующие, требующие отменить закон о домашнем задании. Нет домашних, нет домашних, нет домашних, нет домашних, нет домашних, нет домашних. Вы подумали, что это конец? Нет, жизнь продолжается. Виктор Сергеевич и Евгений Дмитриевич вернулись в детскую колонию отбывать свой срок. Но папа часто приносит им передачки от нас в виде грохотуль. Как и было обещано, наш отряд снялся в клипе с Кристиной Панунаевой. После этого лета мы поняли, что каждый имеет право на ошибку, но только сильные люди могут признать и исправить ее. Просто нужно дать им шанс. Я сказал, давай сначала!